Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Альвасар в Ютубе. Приветствуем вас в рамках нового проекта «Естественная красота». Здесь мы будем выяснять о том, как выглядеть молодо и красиво, не обращаясь к пластическим хирургам и уколам красоты. Здесь мы встречаемся с бьюти-тренерами и консультантами в сфере подбора индивидуального имиджа и стиля. И сегодня у нас в гостях Юлия Сайфуллина. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, здравствуйте. Мы знаем, что вы являетесь основателем онлайн-академии по обучению тренеров по фейсбилдинг, то есть гимнастика для лица. Нам было бы очень интересно узнать, как вы пришли к созданию своей академии. Создание академии, конечно же, не было первой точкой моего развития. И не было такого, что раз, трин, волшебство, и появилась академия. Все это было, естественно, поступательно, и начала я с того, что я очень много практиковала сама с клиентами. И в тот момент, когда я уже поняла, что я не могу справляться с тем количеством клиентов, которые ко мне приходят на консультации и персональные занятия, я поняла, что мне нужны помощники. И так, кирпичик за кирпичиком, начала появляться академия. Сначала у нас было 3 человека, сейчас у нас в академии порядка 25 человек трудится ежедневно, не только я одна. И, конечно же, все направлено на то, чтобы женщины нашей прекрасной планеты могли ухаживать за собой, поддерживать свою красоту и молодость без агрессивных вмешательств инъекционных, без пластических хирургов, в общем, максимально естественными методами. Как-то так. Спасибо, Юлия, за ответ. Что вы думаете про уколы красоты и мифы, связанные с отсутствием побочных эффектов? Ну, это действительно мифы, потому что индустрия красоты, она достаточно большая. И только лишь за прошлый год, я недавно подбивала статистику, за прошлый год было сделано более 7 миллионов инъекций только в России. Представляете, как много? А так как индустрия косметологии, она развивается уже более 20 лет, естественно, про инъекции знают все, а про естественные методы знают не все. Например, про гимнастику для лица и другие практики, которые помогают нам добиться тех же результатов, как от инъекций. Что касается побочных эффектов, то так как индустрия достаточно большая, ну, не совсем, наверное, это хорошо, если это будет отовсюду информация проступать о том, что это опасно, может быть, могут быть побочные эффекты, может закончиться все плачевно. Ну, все просто испугаются и, скорее всего, не будут обращаться за инъекциями. А поэтому по статистике примерно 1 из 10 человек испытывает те или иные негативные последствия от тех самых инъекций. Опять же, инъекции бывают разные. Бывает мезотерапия. Я, конечно, не приветствую мезотерапию, но это самый безобидный формат инъекций. Дальше есть ботокс, разные форматы ботоксов, и также есть филлеры. Да? Вот последние филлеры и ботокс — это уже более агрессивное вмешательство. Я уже не говорю про армирование лица, про прошивку нитями, если это можно так назвать. Там очень, на мой взгляд, агрессивное вмешательство. Если говорить про негативные факторы и последствия, они бывают разные. Ну, а когда мы делаем эти инъекции, мы же не решаем проблему, мы же не решаем причину появления морщинок или провислостей. Поэтому мы, по идее, никак не работаем на то, чтобы у нас процесс регенерации запустился изнутри. Мы лишь камуфлируем то, что нам не нравится. А значит, причина остается внутри, а значит, омоложение, по идее, мы не запускаем и никак мы не добьемся. Только лишь будем делать инъекции, инъекции, инъекции до тех пор, пока у нас сон не скажет стоп, а такой период, такой момент наступает у кого-то через 5 лет, у кого-то через 10, у кого-то через 15. И там уже либо добрый вечер, пластический хирург, либо, ну, я не знаю, какая-то экстренная эвакуация. И, скажу честно, ко мне приходит достаточно много клиентов, которые говорят, что все, инъекции уже не берут, у меня лицо плывет, я ничего не могу с этим сделать, мы уже сделали все, что только возможно, и нити, и филлеры, и ботокс, но у меня все усугубляется, становится все хуже и хуже. А почему? Потому что кровообращение ухудшается, питание ухудшается, фиброзы образуются, и, в общем, действительно, начинается настоящий «добрый вечер», в кавычках, да, те самые последствия, о которых не задумываются в погоне за быстрой красотой. Для меня инъекция — это быстрая красота. Ну вот, постаралась коротко, ну вот. Да, думаю, эта информация будет полезна нашим подписчикам.
Мне интересно, а чем может быть опасна мезотерапия? Мезотерапия, как правило, в себе содержит гиалуроновую кислоту. Если мы рассмотрим гиалуроновую кислоту, то она бывает нескольких типов. Та, которая используется в инъекциях. Гиалуроновая кислота в мезотерапии, она более жидкая и быстрее выводится организмом, и поэтому эффект, да, он не такой длительный. А гиалуроновая кислота, которая более плотная, она используется для филлеров, и там уже срок ее действия примерно полгода. И та, и другая гиалуроновая кислота, она в любом случае у нас остается под нашей кожей. И когда девушка делает инъекции либо филлеров, либо она делает инъекции мезотерапии, там, где есть вот этот увлажнитель, да, в виде гиалуроновой кислоты, то это постепенно накапливается в нашем лице. И филлеры, они не просто рассасываются или проходят. Такое бывает крайне редко, когда человек суперспортсмен, девушка, да, например, когда очень часто посещают баню и сауну, когда организм активизирует все метаболические процессы, рассасывается все это дело быстрее. Но в 80% случаев что происходит? Та самая гиалуронка, либо более жидкая, либо более плотная, которая должна, по идее, увлажнять и питать нашу кожу, в кавычках, она начинает просто распространяться по нашему лицу, и, наверное, вы видели такой эффект одутатого лица. И еще его сравнивают, говорят, что как будто бы пчелами покусаны. И когда девушка или женщина делает систематически себе инъекции либо мезотерапии, либо филлеров, то лицо действительно постепенно начинает пухнуть, потому что ту порцию организм еще не вывел, а мы вводим новую. Новую, потому что все просто растеклось, а там, где нужны объемы или там, где нужна подпитка, то не подпитки, не могут. Ну, если коротко, как-то так, это один из пунктов. Дальше еще есть пункт рубцевания кожи, дальше... Ну, с мезотерапией достаточно сложно понять, сколько нужно вашей коже тех или иных элементов и ингредиентов, которые, да, в себе аккумулирует мезококтейль. Может быть, не нужно ей столько витамина С, может быть, не нужно ей столько гиалуроновой кислоты. Поэтому здесь очень спорные есть моменты даже в мезотерапии. Какие альтернативы могут быть ботоксу? Может быть, это массажи для лица, либо какие-то упражнения? На самом деле... Я как тренер с достаточно большим стажем в своем арсенале имею уже более 300 разных, знаете, практик и упражнений и техник, которые можно применять для лица. Но если, например, кто-то начинающий меня спрашивать: «Юлия, непонятно, что вы делаете, что вы там, как кудесничаете, что вдруг морщинки разглаживаются без уже понятного нам ботокса, без уже понятных нам методов в виде инъекции, в виде там пластического хирурга». Гимнастика для лица, во-первых, да. Гимнастика для лица, она бывает разная. Я в своей практике применяю упражнения, которые тренируют ряд мышц, а также упражнения, которые, наоборот, направлены на то, чтобы расслабить другой ряд мышц. Если я, например, смотрю на человека, то я моментально могу просканировать, где у него гипертонус, это перенапряжение, где у него, наоборот, потеря тонуса на лице, в какой области, за счет каких мышц. Потеря тонуса — это тоничность, да? И так я понимаю, что в этой зоне нам нужно потренировать, дать тонизирование нашим мышцам лица, а в этом месте, где у нас, наоборот, перенапряжено, наоборот, нужно все расслабить, выгладить, и тогда у нас гармонизируется состояние лица. Дальше идут техники самомассажа, которому я очень люблю также обучать. Притом самомассажи для каждого лица разные. Кому-то нужно лимфодренаж, кому-то подтянуть нижнюю часть, нижнюю треть лица, кому-то разгладить и расслабить лоб, потому что там морщинки. И для каждой из задач свой массаж. Ну, как-то вот так повелось, что все для всех не подходит, и я, конечно же, в своем методе практикую более такой индивидуальный подход, и когда ко мне обращаются, я, если могу посмотреть на лицо человека, то я прохожусь своим взглядом, своим сканером. Если у меня нет такой возможности, то я определяю тип, морфотип, это тип возрастных изменений, и под него уже даю программу работы.
А сколько по времени нужно в день уделять упражнениям, чтобы был какой-то видимый результат? О, для видимого результата достаточно 2 месяцев такой грамотной работы. А многие сейчас говорят, что не понимают, да, зачем идти, например, к тренеру, ведь можно так открыть YouTube, открыть там Instagram и все это посмотреть и сделать. Но на самом деле самая суть кроется в том, чтобы работа была выстроена грамотно, потому что если просто что-то делать, непонятно что, хаотично, без понимания, что происходит на вашем лице, то можно, извините меня, еще и дополнительных морщин наломать, как дров наломать, и это, конечно же, совсем нехорошо. Поэтому, на самом деле, гимнастики для лица достаточно научиться один раз, этого хватит на всю жизнь. При этом делать ее грамотно, потому что есть техника безопасности, потому что есть точность и правильность в выполнении упражнений, и от этого зависит успех. Если вы делаете все правильно, достаточно 2 месяца. За 2 месяца вы уже увидите либо явный результат и эффект, либо первые, по крайней мере, уже элементы изменения вашего лица. А сколько времени в день нужно уделять этим упражнениям? Времени также немного. Первое время, когда вы только учитесь, вспоминаете, как там нужно по технике безопасности руки ставить, как там нужно что делать, и пытаетесь почувствовать свои мышцы, с которыми вы, возможно, до этого никак не взаимодействовали, уходит полчаса примерно, плюс-минус, у кого-то меньше, у кого-то больше. А потом, когда у вас появляется навык, это все становится гораздо быстрее. 10, максимум 15 минут в день. У меня на гимнастику для лица уходит 5-7 минут в день. Ну, немного. Получается от 5 до 15 минут. У всех по-разному. Поделитесь, пожалуйста, вашим любимым рецептом маски для лица из натуральных ингредиентов для достижения какого-то видимого результата. Видите ли, опять же, у всех свои задачи, и вот так универсально, наверное, будет непросто, но есть ингредиент, который действительно подходит всем, и он дает какой-то уникальный результат. Этот ингредиент... барабанная дробь, всем известная простая овсяная крупа, овсянка. Я очень люблю размалывать в блендере овсянку сухую и дальше делать с помощью этой пудры либо умывание, либо добавлять в маски. Овсянка, она прекрасно питает, отлично подходит и для молодой кожи, и для возрастной кожи. Да, Юль, спасибо большое за ответ. Мне было бы интересно, сможете ли вы нам сейчас показать какое-нибудь базовое упражнение, которое подойдет абсолютно всем, и девушкам, может быть, и мужчинам? Каждое упражнение у нас выполняется из ровной позиции. Нам нужно сесть ровно, потянуться макушкой вверх, расправить наши плечи, увидеть нашу прекрасную грудь, вытянуть нашу шею и сделать подбородок параллельно полу. А сейчас... нижней губой мы обнимаем зубы нижней челюсти, а при этом приоткрыв немножечко рот. Показываю, как это выглядит. Угу. Помните, я говорила, что техника безопасности и техника выполнения очень важна. Здесь в технике выполнения нужно сконцентрироваться на том, чтобы у вас не разъезжались сильно уголки губ. Показываю, как неправильно делать. Чтобы вот здесь у нас ничего не собиралось, и в носогубной области ничего не собиралось, иначе мы будем себе добавлять морщин. Еще раз показываю, как правильно. У нас подкручена нижняя губа, при этом нет никаких заломов, все ровненько, и мы чувствуем легкое натяжение в этой области. Сейчас буду показывать, что делаем дальше. Сейчас мы подбородком потянемся немножечко вперед и вверх, не запрокидывая голову назад ни в коем случае, именно движение вперед и чуть-чуть вверх, как будто бы 30 градусов. Мы в таком случае еще задействуем работу на нашей шее, нижней трети лица, и прорабатывается шикарно здесь подбородок, брыли, в том числе шея, кольца Венеры разглаживаются. И в этом положении мы с вами задержимся на несколько секунд. А если готовы, то пробуем выполнять. Прямая спина, подбородок параллельно полу. Обняли губами зубы нижней челюсти. Через несколько секунд
подали вперед и вверх наш подбородок. Это не так легко, как кажется. Это только по первости так кажется. Потом все делается на автомате, и все уже привыкает, мышцы привыкают, лицо. Задержаться в этом положении достаточно 30 секунд, потом мы все возвращаем в исходную позицию. При выполнении чувствуется приятное тепло, натяжение, ну и дальше у всех разные ощущения, которые тоже могут быть. Есть такое заблуждение, что если у меня морщинки, например, на лбу, то мне нужно делать упражнение только для лба. Дело в том, что так оно не работает. Если у вас есть в какой-то области морщинки или наоборот, да, там, заломы или провислости, то это значит, что вам нужно работать комплексно, но при этом с акцентом на эту зону. Вообще достаточно по одному упражнению на каждую зону. Сколько у нас зон? Считаем лоб, глаза, щеки, можно делать нос, область носогубной складки, губы, если нужно прорабатывать губы, нижняя треть лица, шея. То есть это в среднем где-то 7-8 упражнений получается. Если вы хотите проработать какую-то зону и делаете только одно упражнение, увы, но срок результата будет таким долгим, к результату вы можете прийти гораздо быстрее. Потому что одна из главных задач гимнастики для лица, она запускает кровообращение, она запускает лимфоток, а значит запускает внутренние ресурсы омоложения, которые у вас заложены в вашем организме. Юля, это все очень-очень интересно, что девушкам можно делать какие-то упражнения дома, мы можем выглядеть красиво и молодо, не обращаясь к пластическим хирургам. Где-то вы проводите, может быть, семинары, либо курсы, марафоны. Я думаю, что наши подписчики бы хотели выглядеть более моложе, более красивее. Да, понимаю, что такое желание, оно естественным образом может появиться, но на самом деле достаточно много всего я создаю. В первую очередь сейчас одно из главных направлений в моей академии – это обучение на тренера, но далеко не все хотят стать тренером, да, хотят для себя, тем более нужно попробовать, научиться, поэтому я, наверное, приглашаю к себе в Инстаграм. Я каждый день выкладываю очень полезные информацию, видео, также упражнения, поэтому можно начать знакомство с миром естественной красоты и омоложения с моей страницы. Ну а если будут вопросы, то всегда можно мне написать в директ, я каждый день отвечаю на все-все-все сообщения. Поэтому welcome. Очень здорово, спасибо вам большое за интервью. Благодарю вас. Дорогие друзья, теперь вы узнали, как можно преобразить свою красоту без помощи косметологов. Подписывайтесь на наш канал Альвасар, ставьте колокольчик и палец вверх. Всего доброго!